Литература, пожалуй, главное увлечение брещанки Веры Вакулы. Будучи библиографом по профессии, женщина всегда была в окружении книг. Именно чтение вдохновляло ее на создание поэтических зарисовок, а их за много лет накопилось немало. «Рябина под снегом» – первый авторский сборник Веры Вакулы. В него вошли как ранние, так и новые стихи автора. Более 60 произведений – это философские размышления, обращение к теме природы, рассуждение о любви, посвящение близким. Книга, презентованная брещанам, по словам самого автора, это своего рода откровение. «Пишу всегда, сколько себя помню. Но, наверное, какой-то, как я себе это объясняю, что-то скопилось в душе, что потребовало от меня, чтобы я выплеснула это все именно в художественном слове. И, учитывая то, что я работаю библиографом, я читаю всегда и читала поэзию очень высокого уровня. Я люблю Серебряный век, я люблю Золотой век. И мне очень трудно было отпустить свои стихи, чтобы их читали другие люди. Мне оказались они очень личными. Книга поэзии «Рябина под снегом» состоит из нескольких разделов, различных по тематике. Стихи, вошедшие в сборник, написаны на русском и белорусском языке. За вдохновением Вера Вакула часто обращается к произведениям классиков Золотого и Серебряного века, поэтам 60-х. Среди кумиров Марина Цветаева и Анна Ахматова. В личной библиотеке особое место занимает творчество белорусской поэтессы Евгении Яничиц. Уходит поэзия из интересов читателей. Это очень обидно. Редко кто любит стихи читать. И почему у меня язык сборник на двух языках? На белорусском и на русском. Ведь я говорю на русском языке, но родным языком считаю белорусский. Я сама его очень боюсь забыть. И меня очень тревожит то, что белорусский язык забывается. К сожалению, я вот сталкиваюсь с нашими студентами в университете. Они, ну, нет такого отношения к белорусскому языку, как к родному языку. Меня это очень беспокоит. Презентация сборника стихов прошла в теплой дружеской обстановке. Среди гостей – коллеги и друзья автора, студенты технического университета. Во время творческой встречи Вера Вакула поделилась с гостями своими поэтическими зарисовками, рассказала о сокровенном и даже спела. Люблю твой снег, что вечер отлетает, и отметает зонкую тугу. Я виновата, я тебя кахаю, а не сказать про это не могу. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».